Дорогие друзья, сегодня с самого утра в российском шоу-бизнесе обсуждают трагедию, которая произошла с известным российским киноактером Евгением Дятловым. А перед началом просмотра видео подпишитесь на наш канал, ведь только так у вас появится возможность смотреть наши новости каждое утро, друзья. А оказывается, вчера вечером Евгений Дятлов был избит недалеко от своего дома в Подмосковье. Возвращаясь к себе в загородный дом из магазина, к нашему актеру прицепилось двое парней в состоянии алкогольного опьянения, которые избили актера и забрали у него пакет с продуктами. Его обнаружили прохожие, которые вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции. Сейчас Евгений Дятлов находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Уже возбуждено уголовное дело, родственники актера сообщают о том, что сотрудники полиции разыскивают лиц, которые совершили нападение на данного актера. Смотрите наши новости, друзья, чтобы в следующем выпуске не пропустить подробности. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.